Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на карту, которая добавляет солнечный Vice City в Unturned 3.0. Вот так вот выглядит сама карта, она достаточно большая, и сейчас мы быстренько с вами пройдемся по интересным местам. На карте есть много высоток, но, к сожалению, внутри нет никаких зомби и никакого лута, не говоря уже о мебели. Здесь есть даже небольшая вертолетная площадка с вертолетом, но, понятное дело, на нем мы полетать не сможем. Огромный пляж с прекрасным видом, все мы его помним. Здесь у нас должен быть большой стадион, но, как видим, на стадион это не очень похоже, видимо, он еще в разработке. Дальше у нас здесь порт, корабли на месте, вверху даже летает самолет, точнее, якобы летает, на самом деле он просто висит в воздухе. Зомби здесь полно, давайте посмотрим еще аэропорт, и на этом, я думаю, можно закончить. А вот и аэропорт, выглядит все очень красиво, есть тут вертолеты, вот даже какой-то военный, есть огромные самолеты, есть тут зомби, которые стоят на крыльях самолета, и много всего еще интересного. А на этом все, карта получилась достаточно хорошей, хоть и немножко недоработанной. Ссылка на карту будет в описании под этим видео, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.